Всем привет, с вами Террасир. И Ньюким, ребята, всем привет. И мы продолжаем наши приключения в Криптодолине. И, конечно же, давайте по нашей доброй традиции подождем сейчас, пока вы поставите по заветному лайку. Так. Отлично, отлично. Я что-то слышал. Поставили, да, поставили. Точно, кто-то кликнул. Отлично. Ну что ж, давай мы все-таки с тобой цель свою будем дальше выполнять. У нас осталось, насколько я помню, 3 стака набрать биткоинов. Сейчас, да, я проверю. Быстренько заберусь, посмотрю, мало ли тут у нас. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Почти 7 стаков у нас сейчас есть биткоинов, поэтому для того, чтобы нам набрать 10 стаков, остается всего лишь 3. Так, как у тебя по деньгам? Ну, с собой у меня чисто для карманных расходов 22. Ага. 22 бумажки. У меня тоже 22 бумажки. Прикол. Видимо, одинаково закупались, вот поэтому столько осталось. А, ой, наверное, наверное. Так, сейчас я смотрю, где у нас есть более-менее пустой сундук. Блин, у нас все сундуки забиты почти что все деньгами. Так, ладно, я тогда вот отсюда достану. Откуда, кстати, у меня тут деньга вывалилась? Так, ладно, все, денежки я взял. Мы будем с тобой динамитик покупать? Ну, как тебе, вот скажи. Тебе понравилось? Довольно-таки весело бывает. Я все-таки еще хотел бы проверить вот ту нашу теорию, когда мы делали такие огромные заминированные проходы, а потом взрывали. Потому что несколько раз это приносило очень хорошие результаты. Я бы хотел все-таки опробовать эту тему еще. Давай. Я вот так подумал, неужели нет никакого еще более эффективного способа добывать биткоины? Ну, может быть и есть, мы, конечно, можем придумать еще, хотя вот наши подписчики, вот зрители, по-любому знают какие-нибудь хорошие способы, и было бы очень круто, если бы они писали нам всякие разные варианты, как мы можем максимально эффективно добывать биткоины в комментариях. Так, я думал, что мне придется бежать сейчас за деньгами, но я вспомнил, что у меня же есть с собой лайткоины. Да, кстати, ты можешь их обменять. Или мог бы меня попросить, я бы тебе денег дал, у меня с собой больше даже, чем я думал. Я, кстати, взял сейчас стельки ночного зрения, хочу сегодня не с факелами поиграть, а буду так чередовать. Какие-то серии буду с стельками эндермена ходить, а какие-то с факелами. Ага, ну тогда сейчас мне еще осталось кремний купить. Все. А, эту что ли? Зельки я купил. А, и кирка у меня скоро сломается, походу. Надо тоже обновить. У меня с киркой все отлично. Половина у нее еще целости. Так что все окей. Возьму побольше зелек, на всякий случай. Мало ли, мы где-нибудь найдем крутые какие-нибудь места, и не захочется мне возвращаться. Так что лучше я возьму 4 зельки. Так, Хорошо, как все-таки, Мих, что мы сейчас с тобой столько зарабатываем, вообще даже никакой нужды в деньгах не испытываю. Взял, обменял лайткоин на деньги и купил все, что хотел. Это точно. Все благодаря нашей криптодолине, в которой мы тут добываем огромное количество биткоинов и меняем их на денежки. Так, ну и, конечно, закупаемся динамитом там всяким разным. По-моему, в прошлый раз вот оттуда пришли. Есть идеи, куда нам отправиться в этот раз? А давай посмотрим, может так, ну, быть, вот там здесь мы взрывали гигантский проход, ты даже хотел прямо заход сделать в скалу. Ага, он вот там вот был. Он вот был правее, да, вот там вот где-то. Мы можем. Ну знаешь что, Миша, мне кажется, здесь, что тут слишком ровная какая-то поляна. А, точно, надо это исправить. Так, ну давай, знаешь, что сделаем? Будем прокапываться сейчас, сейчас я зельку выпью, а потом это все заминируем дело и рванем. Так, что такое? Меня не хочет зелька питься. О, выпилась, отлично. Я уж думал, все, остался я без зельки. Ты, кстати, начал же минировать или пока нет? Нет, я только копаю вниз. А ты над собой ставь блоки. Зачем? Динамита. Над ну, чтобы собой? Это, вниз спуститься, да. А потом мы бомбанем хорошенечко. Так, ну тогда я сейчас прокопаюсь, ну, вверх поставлю динамита, и потом сбоку прокопаюсь, у меня будет в 2 уровня. Ну, попробуй так. Так, я буду сразу же смотреть, на какой я отметке примерно. Потому что я хочу где-то до 11 отметки добраться, а потом сделать большой взрыв. Главное, конечно, чтобы ты в этот момент не находился где-то там рядом с динамитом. А то это будет не очень хорошо. Здесь какая-то шахта, кстати. Неплохая, возможно.
Биткоинов, конечно, здесь не видно, но всякая другая крипта тут есть. Но так как нам сейчас с деньгами вроде как все окей, ух ты, то нам важнее добывать биткоины. О, я биткоин нашел. Уже? Да, я тут увидел просто какую-то шахту. А может быть, в этой шахте походим? Здесь так, ну... деревянные такие всякие есть, ну, заброшенные шахты. Ну, ты знаешь, как она выглядит. Деревянные... По идее, я рядом с тобой сейчас копаюсь. Я, по идее, сейчас докопаюсь. Да, да. Еще чуть-чуть, и шахта. Ты тоже будешь здесь. Так. Я даже чуть-чуть тебе помогу. Поломаю. Во, отлично. Оп. Вывалился. Так. Ну что, взрываем? Ну, давай, давай. Взрываем. Так, ты бежишь направо, я бегу налево. Ну, ладно, разделимся, конечно. Все, я свой активировал. Я пока моргал, ты уже включил. Так, я отбежал. Ух, пошла шахта ракетная. Слышал. На пуск. А, представляешь, если самые верхние динамиты полетят вверх? Крипта с неба падает. Ух ты, хватай. Ничего себе. Так. А смотри, кстати, хороший такой этот. Кто такой вылез тут? А, это чужинцы, бей их. Нет, бей, я умею только динамитом сражаться. А, да? Миша, убегай. Ой-ой-ой, динамит. Так, ты меня сюда... О, ты меня сюда закинул, и как раз я нашел биткоин. О! Два нашел сразу, смотри, вниз два падай. Нашел? Отлично. Вот сюда. Один я тебе, другой мне. Не... А, да нет, бери оба ты. Бери хорошо. Оба ты, ты все-таки их нашел, ты забирай. Мы еще даже таймер не запустили на добычу биткоинов. Поэтому все, что сейчас мы видим, это вне, скажем так, добычи пока что. В смысле, вне... Вне, ну, соревновательного режима. Да, вне соревновательного режима, точно. Так, ну, мне кажется, мы можем уже таймер запустить и начать с тобой добычу. Слушай, я с тобой согласен полностью. Все, тогда ставлю таймер. Раз, два, три. 9 минут, пошли. И за эти 9 минут мы с тобой должны набрать полные карманы биткоинов. Ну, или хотя бы как можно больше. Так, и, будем ли мы дорогие взрывать, наши кстати? Подписчики, мы вам напомним, что мы не собираем сейчас... всю крипту по одной простой причине, что мы уже просто забили буквально весь свой подвал деньгами и свои обязательства по сбору долларов мы выполнили, а больше ни зачем пока что крипту использовать нельзя, только для обмена на деньги. Да, потому что если вы не в курсе, мы вам напомним, или если вы не в курсе, мы вам просто скажем, что магазин сейчас крипто-гипермаркет захвачен бандитами, и они захватили также еще, ну... его под такой свой контроль, что туда даже не прийти, ничего не купить. И чтобы магазин вернуть владельцу крипто-гипермаркета, нам необходимо заплатить, помочь ему, чтобы он заплатил выкуп. И мы как раз собираем этот выкуп, который составляет 1 миллион долларов и 10 стаков биткоинов. Вот такие запросили суммы огромные эти бандиты. Но ничего, у нас есть план с Никитой, что мы будем делать, когда мы заплатим этот выкуп и как мы будем дальше с этими бандитами поступать. Нифига себе. Так, ну мы первые подрывные работы пока что ничего мне не дали. А я тут провалился в шахту, а здесь один динамит лежит. Сейчас я... Вернее, ну как бы в шахту, которую я, видимо, уже или ты, кто-то из нас, короче, когда-то ее тут проделал. Но не динамит. Довел до конца, видимо. Ну да, наверное. Так, ладно, я залезу чуть выше. Отправлюсь в другую сторону. Так, я все-таки хотел сегодня опробовать опять-таки вот этот способ. О, отлично. Прямо в лицо, биткоин. Прямо в лицо биткоин тебе упал? Ничего себе. Не упал, он возник прямо перед моим лицом. А, то есть он появился из ниоткуда, и это как магия какая-то была, получается. И из-за стены, ну да. Ты в целом прав. Ай-яй-яй, лол. Так, о, кстати, лава. Здесь плохо можно бомбануть. Лава. Так, я, короче, бамблю и вижу твой ник неподалеку, поэтому если будешь очень близко к динамиту, услышишь то, характерный типа, звук. То прости, мой друг, да? Ты попал под раздачу. О, тебе просто не повезло. Ты пол жертвы высокой цели. Так, ну это какая-то, слушай, о, биткоин еще один. Это какая-то лавовая река настоящая. Вот реально, это какая-то лавовая река. Ой, не-не-не-не-не. Представляешь, что сейчас произошло? Откинуло? Или да что? Не откинуло. А, прям под тобой? Я... Стыдно даже говорить, я просто бежал задом, ставил динамит, бежал, и вдруг там лава оказалась. Ну, друг мой, бывает, что еще могу сказать, бывает. Там столько динамита было.
Капец, я выкопался. Это какая-то лавовая бухта, прикинь. Так, мне главное не повторить мою ошибку еще раз. Я как-нибудь найду ту свою кладку динамита и бомбану там хорошенечко. Так, ну а ты говоришь, нашел лавовую бухту или что? Я думаю, наверное, плохая идея сделать себе мостик по лаве из динамитов, но пока что сработало. Нет, ты что, зачем ты это делаешь, он же взорвется. Ну, я уже убежал. Ну, аккуратно. Я нашел туннель, и сейчас туннель это как такая возможность, понимаешь? Возможность заложить его динамитом. Вот, я как раз тоже сейчас бегу по старому туннелю, который когда-то мы выкапывали, и сейчас я его буду взрывать, все, сейчас бомбанет нехило так. Прикинь, такие типа мы, ну что ж, там, ты такой мне, Нюкин, наконец-то мы поднялись, там гипермаркет отвоевали, накупили себе элитного жилья, машины, там, квартиры. Отметим, чокаемся такие, это, кружка с чаем, и хренак вся долина обваливается вниз, потому что мы выкопали к чертовой матери все снизу. Ой, да, это будет очень жестко. Не, ну, все-таки не думаю, что это произойдет. Как-никак, Майнкрафт, он позволяет... Ой-ой-ой-ой-ой! Я, знаешь, на одном блоке. Я там все заставил так динамитом, а последний поставил в лаву, чтобы он сам сработал. А, то есть бомба замедленного действия, короче, с автонаведением. Да. По сути. Так, я, кстати, своим вот этим взрывом очень даже неплохо так биткоинов сейчас нахожу. Я тут прям очень, нормально. Очень неплохо, это сколько? Очень неплохо, это очень неплохо. В конце узнаешь нашего соревнования. Хорошо, да, мы же соревнуемся. Прям реально. Это очень крутой способ, мне кажется, добывать биткоины, вот, делать такие закладки в туннелях, которые мы раньше с тобой копали. И, по сути, это вторая жизнь для туннеля, получается, дается. Так, что ты там моргнуло оранжевым, но, кажется, мне показалось. Еще раз вот здесь. Так, ну у меня, кстати, динамит заканчивается. Я много очень его купил, и он у меня заканчивается, к моему удивлению. А я больше, походу, любуюсь шахтами, потому что то я тут засмотрелся. Ой. Ну вот, ладно, вот эта шахта, я должен ее взорвать. Представляешь, я сейчас ставил динамит в туннеле, ставил, и в итоге пришел, а там тупик. Прикол. Ну что ж. Так, ладно, взрываю. Сейчас узнаем, повезет мне или нет. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что, рассказывай быстрее. Почему я не могу вылезти? Кажется, я труп. Так же, как и я. Печалька. Так же, как и я, погиб в лаве. Так, но я ощутился в какой-то другой местности, тоже скалистый, и в целом тут есть что повзрывать. Ну, отлично. Это просто, видимо, у нас спаунпоинты стояли как раз-таки немного дальше. Так, сейчас я тут добуду один биткоин, а надеюсь, то, что рядом с ним будет еще один. Нет, к сожалению, он всего лишь один. Остается у нас, кстати, 2 минуты и 30 секунд. Так, что, я опять, что ли, умру? Не, меня не надо. Чуть не засыпало. Чуть не засыпало биткоинами, надеюсь? К сожалению, нет, гравием. Гравием. Так, отлично, я выкапываюсь опять куда-то. Такой же дорогой, как биткоин. Мы бы тогда гравий собирали. Но это было бы скучно. Собирать гравий? Да, он некрасивый. Ну, если он был бы таким ценным, то все бы говорили, какой красивый гравий. Да, не думаю, знаешь, как бы... Даже доллары, они зеленые такие, яркие. А гравий такой серенький. О, фига себе, прям под полом лавы нашел биткоин. Ничего себе. 2 биткоина, мы тут с тобой 100 раз бегали. И так такое ощущение, как будто бы он появился там. 3 биткоина. Лол, 4 да биткоина. Как? 5 да биткоинов. Нет. Да что ты, хватит. Хватит, это не может быть просто. На меня даже чешуницы здесь напали. Дорогие мои подписчики, напишите Террасиру в комментах, что Нюки меня обманывает. Да? Не обманывает? Ну ладно. Посмотрю комментарии потом. А то, может быть, все-таки это была шутка. Так, у меня закончились, я тебе скажу, динамиты. Ну ничего себе, ты там бомбишь. Ну, один из туннелей, который я заминировал, я, к сожалению, не смог им воспользоваться. О, почему? Лежит. Почему? Ты же мог в сторону откопаться. Слился. А, понял. Ну, я появился тоже. Появился неизвестно где. Я тоже. То же самое, Миша.
Так, ну ничего страшного, я думаю, как-нибудь я туда все-таки еще попаду, потому что это ведь находилось недалеко от нашего дома. А сейчас я тогда, пока у меня... О, биткоины! Отлично, я копался-копался и нашел целую кладку. Так вот, а пока у меня еще есть время, я это время потрачу на создание туннелей. Вот, кстати, хорошее времяпрепровождение. Я делаю сейчас туннели, пока у меня вот нет динамита с собой, и остается еще время наше соревновательное. А потом уже в других сериях, когда я буду добывать здесь и расширять эти проходы, буду просто их минировать. Вот, мне кажется, очень даже разумно. Так, ну, кстати, вот сегодняшнее у меня... Подожди, а как ты их потом найдешь? Ну, как-нибудь я найду их, когда-нибудь. Когда-нибудь. То есть потом так же, как сейчас мы находим свои старые туннели, да, ты рассчитываешь найти... Это понятно. Будет как сюрприз. Ой, хороший сюрприз. Осталась одна секунда. Ну, я взрываю, потом поглядим, ладно? Ну, хорошо. Давай тогда к тебе тпшусь и посмотрю, давай. Что там... Я пока сам не знаю, только бахай. Нюки. Ну-ка. Ну все, милости прошу к нашему взрывному... Так, что? О, ура. А знаешь, мне кажется, ты довольно-таки низко здесь. У тебя здесь даже это, неразрушимые блоки. Ну, посмотри, это дало свои результаты. Ну да, только тут лава у тебя. Я бы ее как-нибудь перекрыл бы, на всякий случай, чтобы биткоины не упали. Да, я лаву. С тобой согласен. Ох, так, ты действительно? Там еще. Повсюду. Вот это да. Вот представляешь, ты бы сейчас его сломал, и они бы все такие пш-пш. Так, и там тоже лава. Ой. Видишь, вот. Здесь это центр земли получается. Раскаленное ядро. Ай-яй-яй-яй. Я закрыл. Так, и это все? Это вот такой туннельчик небольшой? Или где-то здесь еще есть продолжение этого туннеля? Ну, походу, все, это все. Понял. Так, ну давай тогда мы отсюда выберемся и пойдем проверим, у кого сколько биткоинов. Я очень хочу узнать, сколько же ты накопал и навзрывал. Пошли. Так, у нас есть книжка, по которой мы можем телепортироваться. То нам пишут в комментариях, что мы ей не пользуемся. Так, ага, координаты вот такие. Минус 103... 66 195. А, я должен был записывать? По ним телепортнуться. Ну, да. Минус 103, 66, 195. Бах, все, можно мне тпшиться. Книжка наша спасает. Просто спасает. Которую, да, действительно купили, или где-то. И сразу взяли, дома. Да, и сразу уже дома. Так, ну, здесь дождь идет. Ну ничего, давай быстренько добежим до Паши. Выходи. Зачем нам к Паше-то бежать? А, точняк. Давай дома. Ты что, в такую я погоду выходить? Так, ну нам надо сундук найти какой-нибудь. В этот сундук я сейчас выложу лишнюю крипту, которая сейчас нам не нужна. Как-нибудь вот так вот по-красивенькому это все сделаем. Чтобы выглядело приятно глазу. В общем, было. Так. Ага, это уже пойдет... в другую сторону. Так, ну вот, отлично. И где тут пустой? Вот верхний пустой сундук. Давай мы его будем заполнять. У каждого, короче, по две ячейки. Ну, две вот верхние заполняем. Я две верхние заполняю полоски, ты две нижние. Начали. Давай. Оп. Так. А я по одной буду. А, ну блин, это же будет долго. Ладно. Давай дальше. А, видимо, долго, значит. Все понятно. О-о-о! Все понятно, ну-ка. Ну все, это все, что у меня есть. Серьезно? Да. Смотри. И финалочка. Бам-бам. Пипец. Сейчас я свои все заберу, сколько у тебя там будет? Ну или ты сам скажи, да. У меня было больше стака. Больше стака. Да, представляешь, это я говорю, новый рекорд у меня. Вот этот способ очень крутой, которым я сегодня фармил биткоины. Столько много я за такое короткое время еще никогда не фармил. Блин, ну знаешь, ты зажег во мне спортивный азарт. Я тоже хочу повторить, потому что я, честно слово, я 90% времени просто бегаю, любуюсь. По карте, на, вот, держи, это твое. Так, о,
биткоины. Отлично, я побежал их класть в сундук. В общем, в следующей тогда серии тоже попробую эту тактику. Я тоже ее еще, думаю, раз попробую, оценим, насколько это мне повезло в этот раз, или это реально крутая, как бы, тактика. Угу. Так, освобождает для тебя место. 8,5 уже стаков. Остается, ну, совсем чуть-чуть осталось. Стак. Если, да, смотри, я сейчас воспользуюсь твоим методом, и успешно он прокатит, и у тебя тоже опять успешно прокатит, то вполне возможно мы с тобой успеем за одну серию закончить наш план. Да, точно. И тогда сможем уже приступить к нашему секретному плану следующему. По захвату, в смысле по, ну, не совсем захвату, в общем, по отбиванию криптогипермаркета от бандитов. Ну что? Вон он там. Значит, виднеет. На этом мы с тобой закончим сегодня? Да, давай на этом закончим. И встретимся уже, ребят, с вами в следующей серии, который будет очень скоро, если этот ролик наберет очень много лайков. Вот, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ссылочки есть в описании. На канал Нюкима также подписывайтесь. И всем удачи и пока. Всем пока.